قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. Юсуф Мирьяму встретился со своими родителями, братьями, их детьми и познакомил их с царем. Можно обратить внимание на то, что в суре Юсуф ни разу не упоминается слово «фараон». Каждый раз говорится «царь сказал, приведите его ко мне». Царь сказал, я видел во сне 7 коров, царь сказал то, царь сказал это. На протяжении всей суры встречается или слово «Азиз», знатный человек, повелитель, правитель, или «Малик», царь, глава египетского государства. Слово «фараон» не встречается вообще. Это указывает на то, что при жизни Юсуфа фараоны не правили. Поэтому сыны Израилевы жили спокойно, счастливо и в безопасности. Они женились и размножались. В Египте их стало очень много. В тот период своей истории они жили прекрасной и благополучной жизнью. Они были приближенными царей, и тогда там правили гиксосы. Также там жили копты, коренные жители Египта. Современные копты — это другой народ, просто название похоже. Итак, копты были коренными жителями Египта. Правители относились к гиксосам, а сыны Исраиля были иммигрантами. Эти три группы жили в то время в Египте. Так продолжалось примерно 300 лет. Среди людей было известно, кто относится к коленам Исраиля и к его потомкам. Говорили даже, и Аллах знает лучше, что сыны Исраиля не вступали в брак с представителями других национальностей и охраняли чистоту своего рода, то есть женились только на потомках этих 12 сыновей. Яакуб Мирьяму умер, и его сыновья распространяли среди людей веру в Аллаха. И раньше в Египте были верующие люди, но сейчас веры стало больше. Как сказал Аллах, «Прежде к вам явился с ясными знамениями Юсуф». Юсуф Мирьяму был пророком, получавшим откровения от Аллаха. Он распространял по Египту благо, единобожие и веру. И люди жили счастливо. Тогда в Египте было много войн. То на Египет кто-то нападал, то сами египтяне начинали войну. В то время было много войн между государствами и племенами. Так продолжалось до тех пор, пока фараоны не одолели гиксосов. Между фараонами и гиксосами шла война, и фараоны их победили. Многие гиксосы были убиты, и большинство из них вернулось на Аравийский полуостров. Также говорят, они были родом из Шама, из Аравийского полуострова, из Палестины. Некоторые даже утверждают, что они пришли в Египет из Азии, но знание о них у Аллаха. Но факт в том, что их изгнали из Египта примерно через 300 лет после того, как сыны Исраиля туда приехали. Представьте себе, 300 лет сыны Исраиля занимали в Египте при гиксосах важные посты. Они были приближенными царя, хотя и не относились к коренным жителям. Прошло целых 300 лет. Одно поколение жило там за другим. Но когда фараоны победили гиксосов и изгнали их из Египта, многие потомки Исраиля также покинули страну. Некоторые из них убежали в Нубию и находились там какое-то время, а другие остались в Египте. И куда они могли вернуться? Они уже не могли вернуться в Палестину, ведь с момента их ухода прошло целых 300 лет. Сейчас потомки Исраиля составляли сотни тысяч человек. Это не маленькая цифра. Да, изначально их было 12 братьев, но через 300 лет их стало уже сотни тысяч. Что они могли делать? Куда идти? Фараоны пришли к власти и начали унижать сынов Исраиля. Они решили им отомстить. Отомстить за то, что 300 лет сыны Исраиля были союзниками гиксосов против фараонов. Они словно говорили, «Сегодня за это мы подвергнем вас ужасным мучениям». И приходил каждый фараон. И фараон — это не имя, а титул. Так же, как у арабов, Ираклий может восприниматься не только как имя, но и как титул правителя византийцев. Или Цезарь. Это не имя, это титул. Негус, Хасрой. Все это титулы монархов разных государств. Также и фараоном назывался каждый, кто правил Египтом в то время. Говорили, что гиксосы полностью покинули Египет. Или нет.
В общем, когда правили фараоны, долгие годы они подвергали потомков Исраиля ужаснейшим мучениям. Они поработили их. Сделали рабами кого? Коренных жителей. Это была политика фараонов. Они разделили народ на две части. Как сказал Аллах, фараон разделил жителей на группы. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Такова была природа фараонов. Так продолжалось, пока не пришел фараон, чью историю Аллах рассказал нам в Коране. Естественно, те первые 300 лет колено Исраиля жили в могуществе под правлением гиксосов, а затем 100 с чем-то лет в унижении со стороны фараонов. И все эти годы они были верующими. Они верили в Аллаха, велик он и славен. Они знали Аллаха и придерживались религии своих отцов, религии Яакуба, мир ему, Исхака и Ибрахима. Но в то же время иногда они могли поклоняться кому-то помимо Аллаха. Иногда пытались стать ближе к Аллаху посредством каких-то божеств или идолов. Сыновья Исраиля смешивали разные религии, что-то искажали и внедряли в свою религию, что хотели. Иногда они придерживались чистого единобожия, а иногда нет. Прошли годы. Десятки лет. Примерно 160 лет в унижении под властью фараонов. И, наконец, пришел фараон, историю которого Аллах рассказал нам в Коране. Этот фараон увидел один сон. Что это был за сон? Во сне он увидел, что из Иерусалима к его дворцу движется огонь и сжигает его трон. Он вызвал к себе прорицателей, толкователей и жрецов и спросил их, что бы это могло значить? Хотя людям фараон говорил, что он их высочайший Господь. И такого не было у предыдущих правителей. Фараон принуждал людей подчиняться ему и поклоняться. Также при нем были колдуны и прорицатели, которые смеялись над людьми и обманывали их своим колдовством. У него было войско, и он силой поработил людей. Ему прислуживали сыны Исраиля. Они были его слугами и рабами. Они строили ему эти пирамиды и идолы. Он силой заставлял их все это делать. Они были его рабами. Итак, толкователи снов пришли к фараону и сказали, «Это будет один из сынов Исраиля. Твоя власть падет и уничтожится из-за тех, кого ты поработил». В тот момент фараон испугался. Кто его уничтожит? Один из этих людей. И сынов Исраиля тогда было меньше миллиона, несколько сотен тысяч, но все они жили униженно и бесславно. Из них выйдет тот человек, он родится в их народе, но он еще не родился. Когда же он родится, твоя власть падет из-за него. Фараон собрал своих советников. Что же делать? Они сказали, поступай, как считаешь нужным. Он сказал, я буду убивать всех детей мужского пола, которые у них родятся. И кого он отправил на это задание? Повивальных бабок, которые могли определять, какая из женщин беременна. Они следили за ними, наблюдали. И если женщина рожала мальчика, они сразу же приводили охрану, забирали мальчика и отправляли его к солдатам, которые его убивали. И так продолжалось какое-то время. Всех новорожденных мальчиков убивали, а девочек не трогали, потому что фараон очень боялся своего сна. В дальнейшем советники пришли к нему и сказали, «Фараон, если так будет долго продолжаться, то у тебя не будет рабов, некому будет служить тебе, мужчин не будет. Раз ты убиваешь всех мальчиков среди потомков Исраиля, останутся одни женщины». Он сказал, «И что мне делать? Тогда я буду убивать их через год. Есть большая вероятность, что в тот год, когда я буду убивать младенцев мужского пола, будет убит и тот ребенок, о котором я видел сон». И в тот год, когда мальчиков не убивали, родился ребенок, которого назвали Гарун. Гарун ибн Имран. Он родился в год, когда мальчиков не убивали. И Гаруна оставили в живых. А на следующий год, когда всех мальчиков убивали, мать Гаруна забеременела мальчиком. Она очень боялась. Если они узнают, что я беременна, они убьют моего сына. Поэтому она не выходила из дома и скрывала свою беременность. Аллах сказал, «Мы внушили матери Мусы, корми его грудью». Для начала Аллах внушил ей спрятать ребенка, а потом кормить грудью. И до этого она скрывалась 9 месяцев от людских глаз и скрывала свою беременность. И Аллах Велик и Славен сделал так, что никто не знал о том, что у нее будет ребенок. Смотрите, там были сотни тысяч сынов Исраиля. Они были унижены и порабощены. Они поклонялись Аллаху, но что-то примешали к этому поклонению и частично изменили свою религию. И вот Всевышний Господь предопределяет, чтобы мать Мусы забеременела Мусой, мир ему. Причем в тот год,
когда фараон убивает детей. Как Аллах спас Мусу? Принесет ли этот ребенок избавление сынам Исраиля от фараона? Об этом мы, с соизволения Аллаха, узнаем в следующей серии. Вверяю вас Аллаху. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. قصص القرآن مدى الأيام وبعاديها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. Дорогие зрители, ваша активность на канале поможет другим увидеть наши видео. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И пусть вам это запишется как награда за благое дело. Аминь.